Привет! Добро пожаловать на бизнес-спартакиаду, которая стала уже неотъемлемой частью жизни Приморского края. Бизнес-спартакиада состоит из нескольких этапов. Одним из этапов является соревнование по боулингу. В этом мероприятии окажут волонтеры Владивостока. Они будут помогать подводить результаты и записывать их. Короче, тут помогают дети. Продолжаем наше интервью. У нас здесь Анатолий Холод. Лена Чернова. И Лена Чернова. Итак, Анатолий и Илья. Думаю, наверное, мы будем здесь работать, волонтерить. Но на самом деле я собираюсь немного отдохнуть. Положили вот эти вот рекламочки. Микрофон. Итак, волонтеры приступили к работе, а команды к игре. По одному волонтеру они будут следить за развитием событий. Так, с нами свято-свято-свято-слов! Я стою там, я спрашиваю мальчика, какой насчет? А там на цирке всякие, я смотрю такой, а черт его знает. А давно ты волонтерством занимаешься? Ну, начало зимы. Какие впечатления у тебя? Обалденные. Я был один раз в Думе города Владивостока, там была пресс-конференция. Вот там было интересно. Вообще все так громко, все так, такое большое. А ты, Лена? Я недавно, месяц, два, три. Откуда узнала про волонтерство вообще? Почему пришел Максим Сергеевич к нам в школу и рассказал об этом деле? Вот так. Мы с нами Антон Аннушкин, еще один волонтер. Я не умею играть в боулинг. Я фотографировал, мне норм. Какое твое мнение и впечатление о бизнес-спартакиаде в целом, об участии именно в волонтерском? Ну, это интересно, это разные мероприятия, спортивные иногда, вот как здесь, в боулинге, мы помогаем кому-то. Но я обычно фотографирую, потому что я очень ленивая задница. Пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал.